голевые моменты, мало бить поворотом. Если вспоминать последний матч Анкара против Оренбурга 2, то там 18 ударов поворотом соперника, но только 3 в створ. А вот момент, и вот он гол! Вот они это сделали наконец-то! Вот, и первый пас классный в свободную зону. Это, по-моему, как раз Промошкин отвалился в свободную зону, принял мяч, поднял голову и отрезал своей передачей двух защитников от Льва Толкачева.